Очередная выездная приемная областного хоккемиата развернулась в Ургутском районе. Большинство заявителей – преклонного возраста. Они пришли ранним утром, чтобы занять очередь и одними из первых рассказать о наболевшем. Моя мурожатым 2019 хорошо чыккан туманны. Мутахассислярды хулосалар булган, хамма жойдан рухсат булган 100 орынлы десат курулуш боюнча. Первый участник просит выделить ему квартиру для проживания со второй супругой и 7-летним ребенком. Как выяснилось, дедушка не ладит со своими детьми от первого брака и потому желает отдельное жилье. Заявителю разъяснили, что его задача как отца наладить отношения со своими сыновьями, так как его случай не предусматривает выдачу бесплатного жилья. Уже уезды яшин, балдарыз билан келешин. Балдарыз билан келешин, уйеткен босиз, башланыш бадалды тулен, нобет асасты имтиозы уйберилер. Иргашу Азизову 82 года. Неутомимый аксакал – частый гость подобных выездных приемов. Всякий раз он приходит с проблемами своей Махалле Кайрокли. И этот раз не исключение. Когда-то пару сотен лет назад жители села своими силами вырыли канал Казан. За все эти годы он зарос кустарниками, вокруг посажены деревья. Из-за чего весной и осенью дождевые воды нещадно заливают дома сельчан. Чтобы наладить работу канала, необходима помощь государства. Но для этого прежде всего необходимо водный объект перевести на государственный баланс. Казан арык 200 жыл болган, кетмен менен казылган. Шуны казылган арык. Экскаватор казган эмес, кетмен менен казылган. Ундан суу ичип келдик шу кадар, шу кадар, соң жукардан катта канал өткөндөн кийин, муну казып 2 километрин бетон арык кылды. Калгандар хаммасы көпүрлөр курулуп токтоп калды. Ундан кийин адамдар туурусудан тевадан сууну алып келе бергенден кийин bizlarda bahor suv bosayotgan bo'ldi. 50 millionga o'zim ekskavatorga pul berib, saralga olib berib qozdirdim. 3 oyga qozi bo'ldi. Bir oy, 2 oy odamlar daraxtini kesmay to'xtatib qo'ydi. Lekin tuman hokimi juda ham mahkam yordam qildilar. Shu hozir shu qazanariqda endi odamlar o'ziniki qilib olgan. O'ziniki qilib olgan yana daraxtni kesib oldi, daraxt yana ko'garib, yana katta bo'lyapti. Yani bunu tarihini yazıp durup, koşumca kılıp, devletke, vazirlikke yönetsimiz gerek. Vazirlik son, devleti soğuk ötkezgenlerken, üçte darhat kuru biriz gerek. Вопросом Иргашота займутся специалисты. Умурзок Фазиев просит помочь со строительством здания Махалле Бешкапа-2. Методом хашара на собственные средства активистами был залит фундамент. На сегодняшний день все работы приостановлены, так как на бесхозное доселе место, по словам Фазиева, претендуют другие люди. Кроме этого, заявитель жалуется на перебои с электричеством. Год назад обращался в виртуальную приемную с просьбой поменять устаревший трансформатор в Махалле, но результата не последовало. 70-й елда курулган транспорт. Форматорымыз шу ақтыда агар 100-ті хаулы болса, хазыр 400-ті хаулыдан көп. Бір елден бері шоғаман шуны бітті қошымша қошып берді. Хал болмайапты, мана шу бүгін 10 күнде шеда халқып беремен. Группа женщин – представительницы Махалле Навбух. Они живут в четырехэтажных домах и просят наладить подачу природного газа. Көпқатлы биналага сүйілтірілген газды илочы жоқтан чилнан бері. Как отметил глава вилаята, использование газовых баллонов в квартирах может привести к чрезвычайным ситуациям. Он дал недельный срок для проведения газопровода к домам заявительниц. Ахмагаз болиш керек. Уйда мүмкін емес, газ балон берді. Шы жұмладан бітті домның өзіге хич кімген ақымасын газ тартып келіп тұрын, газ беріш керек еді. Среди поступивших вопросов просьба установить светофоры в оживленных местах Ургутского района. Пешеходам приходится подолгу ждать, когда поток автомашин станет реже, чтобы перейти дорогу. Мен асосы махалла Камавдонуге яшаймын. Оша махалланың көчеге чыгышыга светофор аваллана барды да. Хозырки вакыт светофор олып ташланган тупайлы бизге умман кыйналамыз да. Чүнки кирди чыгдыга вообще машиналар пробка нима болмайды. Пиодалар өтүшкө вообще ям имконият жок. Эң камиге ярым саат 20 минут калып кетет адам. Мен хозыр барып көрсөңүз да, өзүңүз нимада машин колонна болуп кетет. Умман жол бермейди. Хамана рахмат, буларды нимасы менен көчөбүз асфальт бөлдү.
Ha, bize kopsam bize minnet olup çeli bildi begen kellim. Lekin anşı Svetoforda koyu beselim. Vada verdiler ama hazır bir 3-4 gün içe toğılatı berişke. По окончании Хоким области подытожив встречу сказал, что тем заявлением, что не имеют решения, даны отказы на месте. Остальные перенаправлены специалистам и должны быть решены стопроцентно. Кимге тапшырык берген болсам, 100% ижоби ал кылыныш керек. Бажарылмай дегенлерді, мен өзім қабыл қылғандарды, болмайды сіздікі де үзіл кесіп жауабын берсін. Bolar edeyenlerde yazdırıp yerdi. Gelesi haftadan düşen bugünden soruyu boşlayayım ben. Nemi için becermedin tavsiyatı edeyen mesele oldu. Kontrol za isполнением остается za областным хакимиятом.